Дорогие друзья, с вами компания Salon Motors. На обзоре у нас сегодня Mazda 3 2013 года. Итак, у автомобиля повреждена передняя часть. Был боковой удар. Правый лонжерон. Всю переднюю часть сместила влево. Вы видите, да, то есть у нас загнуты лонжероны. Вот в эту сторону. Вот, итак, заменил у нас капот к работе левое крыло, к работе правое крыло. К замене нету у нас, точнее, двух фар. К замене бампер. Это 2-литровый двигатель. Вот так вот он выглядит. Автомобиль заводится и едет. К слову, жидкость, вы видите, есть. Радиаторы целые. Сейчас сделаем небольшой драйв-тест. Сейчас я вам покажу и будем делать небольшой драйв-тест. Автомобиль имеет 16 диски. Простые железные. Неплохая резина. Это крыло более-менее. Покупался на страховом аукционе IAAI. Продавала страховая компания. Диапазон цен этих автомобилей, ребят, от 1000 до 2500. По этой стороне у нас нет более нареканий. Есть небольшие как бы царапинки вот такие, но они все сполируются. Здесь внутри у нас вся полностью целая безопасность. Вы видите. Не взорван ни один аэрбэг, все ремни на месте. Сломанный бампер, сорванный. Положили сюда вовнутрь после аварии, как я понимаю. Вот так вот он здесь и остается. То есть мы покажем это клиенту. Если клиент захочет снять с него целые запчасти, мы снимем. Все остальное выбросим. Так, давайте посмотрим, что у нас в багажнике. Откройте багажник. Так, в багажнике у нас находится фара. Видите, да, сломанный корпус. Но стекло вроде бы целое, немножко царапины. Имеется антифриз. Что здесь имеется? Домкрат, вы видите. Что еще? Внизу здесь у нас лежит докатка, лежит ремкомплект. В таком вот состоянии данный автомобиль будет отправляться в Украину. По нюансам у нас здесь разбит повторитель. Задний бампер также под покраску. Вы видите, у нас есть царапины. Немного повреждена задняя четверть. На автомобиле какой пробег? На автомобиле 39 017 пробег. Ну что ж, заводим, поехали. Вы видите, автомобиль завелся. Передвигается вперед. Давай назад. Назад. То есть вот такие автомобили приходят со страховых аукционов. Хотите приобретать что-то подобное? Плюс 1-267-632-4774. Вайбер, ватсап. Посещайте наш сайт 7motors.org. Все, ребят, с вами был Владимир Толочко, компания Salon Motors. На обзоре у нас была Mazda 3, приобретенная на страховом аукционе IAAI. Продавала, как всегда, страховая компания. Диапазон цен от 1000 до 2500 долларов. Всем бай!